Ну, мы переходим к другим темам. Аршавины ожидают прибавления. Ну, во всяком случае, так считают пользователи соцсетей. Они вовсю обсуждают свадебные фотографии жены Андрея, Алисы Казьминой. И уверены, что свадебное платье невесты скрывает едва округлившийся животик. Несмотря на то, что аккаунт в Инстаграме у Алисы закрыт, опубликованные ею фотографии вмиг разлетелись по интернету, не меньше, чем третий месяц тут же со знанием дела отметили интернет-эксперты в комментариях. Знаменитый футболист и Алиса Казьмина, с которой он встречался несколько лет, поженились в минувший четверг. У самого Аршавина уже трое детей от Юлии Барановской. С ней футболист прожил 9 лет в гражданском браке. У Алисы же уже двое своих детей. Тоже имеются. На свадьбе петербургского селебрити было мало гостей. А после регистрации молодожены отправились в Сочи.